Здравствуйте, авиаторы и не только. Добро пожаловать на канал «Пилот-инженер». Сегодня мы начинаем новую рубрику на канале под названием «Основы авиации». Этот цикл видеороликов предназначается для широкой публики, от студентов авиационных учебных заведений до школьников, которые определяются своей будущей профессией. Это также будет интересно людям, которым хочется узнать больше об авиации. В этих видео мы последовательно раскроем базовые темы авиации, ее историю и физические принципы, стоящие за полетом в атмосфере. Мы постараемся просто, но в то же время точно и грамотно ответить на такие вопросы, как почему летает самолет, как он маневрирует, как пилоты знают свое местоположение и другие. Сразу же необходимо отметить, и это очень важно, для того, чтобы объяснить такие сложные вещи, как аэродинамика, динамика полета и навигация, необходимо идти на некоторые упрощения и допущения. Мы постараемся обойтись без вот таких жестоких формул, с минимумом непонятных слов и сложных формулировок. Но все же, данные видеоролики требуют базовых знаний физики, географии, химии и других наук на уровне средней школы. То есть, например, для понимания наших видео, вам не обязательно знать, что такое угол прецессии, как формулируется принцип Д'Аламбера и формулу поливинилхлорида. Но вот законы Ньютона, что такое параллели и меридианы, все-таки нужно понимать. Хотя эти простые знания я считаю необходимыми для любого развитого, образованного, современного человека. Итак, если вы хотите узнать что-то новое, хотите ответить на интересующие вопросы по авиации, а возможно и обрести мечту, профессию и предназначение на всю жизнь, присоединяйтесь к нашему курсу «Основы авиации». Уже совсем скоро, только на канале «Пилот-инженер».